Привет всем. Отработала. Мне тут надо было в аптеку зайти. Аптека находится рядом с парком. Ну, думаю, раз уж рядом с парком, зайду в Чарли погуляю. Там он бегает. В нашем любимом парке. И домой сейчас побегу. Я, наверное, дома одна буду сегодня кушать. Супчика вчера сварила. Вкусняцкий. А мне еще, знаете, что есть? Сметанка. Люблю такого туху, типа того, со сметанкой. Вкусняцкая. Все мысли только об одном. О жратве. Ой, ну что поделаешь, а? Как говорится, у меня клиентка одна есть. Она говорит, в жизни всего лишь два удовольствия. Пожрать и секс. Говорит. Ой, я смеюсь, она такая говорит, даже иногда хочется пожрать больше, чем остальное. Ой, оно так и есть. Ну, не будем вечно о жратве. Будем о погоде прекрасной. Смотрите, какие у нас тучки такие. И я такое ощущение, что уже дождик прошел. Очень странно. И очень-очень много собак. Время такое это. И почему-то собак очень много. Ну, сейчас дети в школе. Они, по-моему, до 2 учатся. Если я не ошибаюсь. Потом они все. Так как сейчас я уже рядом с школой не живу, то мне вообще зашибись. Вот. А раньше прямо около школы жила, и они каждые в 9 утра звонок у них звенел. Потом в 2 часа, без 10-2, по-моему. Если приедешь на машине, то парковки 100% не найдешь. Парковались даже там, где вообще невозможно парковаться. Я, кстати, один раз так, знаете, ехала. Хотела, думала, есть парковка, там нету. И дала задом, как говорится, и одной женщине, женщину одну поцеловала, скажем так, своим задом. Так вот, ну мы там страховка вся сделали, все заполнили. Вот, а потом мне со страховой компании звонят и говорят, представляете, что там... Она написала, главное, что я чуть ли не ей... В общем, что ей красить нужно чуть ли не всю машину. А там вообще ничего не было. Я как-то рассказывала. Там вообще ничего не было. Там вот так вот тряпочкой потрешь, и все сотрется. А она хотела за мой счет, представляете, себе отремонтировать машину. Ну, я сказала страховщикам, ничего подобного. Что за бред она там несет. Ладно бы, она бы за мой счет могла бы ее там покрасить. Ну, блин, знаете, как... Плати, как говорится. А то деловая. Думала, на дуру нарвалась. Сейчас не туда попала. Так вот, за мой счет хотела. Ну, не за мой счет, конечно, за страховой счет. Но все равно. А тут, если как страховка, если есть у тебя какие-то... Ну, наверное, везде так. Какие-то там страховые дела, то на следующий год тебе ее повышают, страховку. Ну, это, в принципе, логически. Ну, да ладно. Так что вот такие дела. Такими гуляем. Вот еще одна с собачкой. По травке я бы прогулялась, но она вся мокрая. Ее либо поливают ночью, либо она вся в росе. А я в кедах вот в таких. Босоножки-то я уже все подпрятала. Все, у меня осень. Вот она какая, наша осень. Да? Ты моя рыба такая сладкая. Нравится тебе в парке? Вот в траву залез какой. Вот, вот как ему нравится. Вот, вот, вот. Давай, давай, кувыркайся. Ой, тебе так-то классно, да? Вот, вот. Задается какой. Задавалка. Ромпи ручи. Ай, умпи ручи.
пришла белье повесить. А еще я собачку подкармлю вот такими вкусняшками. Соседскую. Сейчас пойду посмотрю, там он. Вот он. Тен уже идет. На. Идите. Чути, пускай кушает. Видите, он не голодный. Тебе понравилось? Muy bien. Хороший, правда? Видно, что не злой такой, классный собачка. Вот так каждый раз, как поднимаюсь, я ему чучи несу. Мы же с ним друзья стали. Ладно, буду вешать я белье. Что тут как-то смотрит? Смотрите, видите, он тут вырос как. Тут, конечно, у него вот это вот. Ну, это от стены он, видимо. Хотя стена холодная вот сейчас. Фиг поймешь. Надо вот этот шланг вот сюда, в эту коробку положить и выбросить эту коробку нахрен. Там у нас море. Ладно, буду вешать белье. Море, море. Там, да. Бедный мужчина, у него, смотрите, что тут творилось. Авария. Жалко. А, ну они пустые. Ну тогда еще ладно. Хоть так, не разбились, наверное. А мы идем. Видите. Ну, пустые, ничего страшного. А мы с Чарли вышли погулять. У нас кое-какая авария тоже случилась. Сейчас вам расскажу. Вот, когда выйдем из города, с черты города. Тут потому что народ. Нужно за Чарли смотреть. И не очень-то мне удобно болтать. Потому что он хочет каждые углы описать. Видите, люди идут, встречаются. И, в общем-то, не очень-то удобно идти с ним. В общем, выхожу я из дома. Прошла где-то 10 метров. И у меня рвется поводок Чарли. Это вот новый. Представляете? Ну, как он был уже порван, вот эта нить. Как бы я там ее завязала, он, видимо, развязался. И дело в том, что который развязанный, он туда плик. Она же как на это так заходит. И он туда, в общем, улетел. И выбросила я, в общем-то. И хорошо, что это случилось около дома. Представляете, если бы я вот где-нибудь гуляла. Пришлось бы нести на руках Чарли. Потому что где машины, там. Ну, блин, еще и шнурок развязался. Все ко всему, а. Не, ну вот что он развязался, что ему не хватало. Вот, и пришлось бы мне его на руках нести. Он машин вообще не боится. Вообще он думает, что машины ничего не могут ему сделать. Пипец какой-то. Вот. А еще иду такая, вы знаете, у нас город 60 тысяч населения, 60 300. Вот, я не знаю, большой это город, маленький город. У вас, вы в каком городе живете? Скажите, пожалуйста, 60 тысяч это много или мало? Я считаю, что нормально так. Ну так вот. И вот я пока шла, только успевала со всеми подряд здороваться. А живу я здесь, ну, я скажу, 13 лет. Ой, мама. Мотоцикл. Еще задавят. Вот.
И только успеваешь. Здрасте, 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 здрасте. Ужас какая-то прям. Вот так вот, знаете, смеюсь, говорю. С мужем, говорю, и даже любовника не заведешь. Все знают друг друга. Ой, пойдешь туда, бибикают, сюда бибикают. А у нас раньше машина белая была, ее все знали. И все бибикают, бибикают. А сейчас-то в таких машин, как моя, дофига. И едешь себе даже, и даже кайфуешь, что тебя никто не видит, никто не знает, никто не замечает, зато ты всех видишь, всех знаешь. Вот так вот подглядываешь, можно сказать. Смотрите, у нас уже посевные как бы начались, под осень все сажают, все везде посадили. Там вот на той стороне землю обрабатывают, здесь вот поливают вот таким образом. Видите, как поливают? Вот так открывают вот воду. Не знаю, видите, не видите, ну слышите точно. И она вот так вот распределяется по этим вот лункам таким. Даже не знаю, что это такое. О, бежит, бежит, засранец. Тут я тоже не знаю, что это такое, но что-то посажено. Потом увидим. Так что вот так вот. Все друг друга знают, все друг друга здороваются. Идешь, как в этом, мальчишки-бальчиш, как это, летят самолеты, привет мальчишу, помните такой, в школе мы читали, кстати, как это назывался, Тимур и его команда, нет, нет, не помню, что это, вот когда летят самолеты, привет мальчишу, плывут пароходы, привет мальчишу. Что это за рассказ? Не помню, представляете? Ой, блин, память девичья, пипец. Помню, что про чё, а как называется, не помню. Вот тебе, пожалуйста. А вот это вот тут черемои растут. Черемои. Потом их весной обрежут все, оставят одни стволы, и вот буквально за лето вот они вот так вырастают. Это же пипец. Природа какая. Какая штука эта природа. Видите, вот по этим вот идет вода. Я дома все убрала. Пропылесосила. Пыль везде протерла. Ой, полы осталось помыть. Вот эту вот коробку выбросила с шлангом старым. Так что у меня, кстати, вода вот где... Придерчики там небольшом. Кстати, фильтр помыла в пылесосе. И пылесос вот этот вот не вставила, чтобы не забыть, что там фильтра нет. Потому что я могу без фильтра пылесосить. А так говорят, можно пылесос угробить. Вот видите, вода. Бежит ручей, течет ручей, и я ничья, и ты ничей. Бежит, течет. Кораблики бы попускать, как в детстве. Делали бы кораблики из всяких палочек, всех подручных средств. И ты ничья, и я ничей. Ой, это что такое? Хурма, что ли? Да, это хурма. К тому же ее пожрали птички. Видите, хурма. Вот это уже сожрали, это вот спеет. Все спеет, все растет, фрукты. Я, кстати, видела, уже в магазине продают хурму. Я люблю такая, чтобы, знаете, она мягкая была. И вот ее как бы как ложкой есть. Я люблю такую. А это вот тоже, что это такое? Какие-то плоды тоже зеленые. Даже не знаю. Столько то, что... Это вот виноград. Только что-то его нет. Его, наверное, уже обобрали. Виноград. Тут вот в прошлом году капуста была. Еще ничего не посадили. О, как бушует, бушует. Бушует. Такие вот пироги. Вот так мы гуляем. Ну и что ты тут сел? За Чучи пришел. Чучи хочешь? Облизывается, сидит. Облизываться. Это у тебя-то маленькая есть. У меня тут целый склад. А, вот. Ну-ка. Паха. Пиды. 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 Но. Пиды. Пиды.
Забыл уже что? Вольта. 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 Ой, я тихо. Что не сделаешь ради вкусняшек? Пойду сейчас голову мыть. Причесон у меня, конечно, пипец всему. Уже стричься надо, а то вообще уже никуда не годится. Надо, кстати, завтра сестре, наверное, позвонить, когда она мне там время назначит на стрижку под мартышку. Вот. Я буду с вами прощаться до завтра. Уже четверг, завтра вообще время летит. Ужас как. Цветочки тут мои. Цветочки мои растут. Залюби меня такой. Даже не прольешь никак, не пролезешь. Сырой, не знаю даже. Ну, его вроде как поливать сильно не надо. Ладно, опять я с темы на тему. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. И пока-пока.